все-таки убийца, особенно профессиональный убийца, человек относится к другому человеку не как равноправному человеку, как к объекту, да, то есть он для него такое насекомое, которое можно раздавить и забыть про это. Вот эти люди такого впечатления не произвели. Они были сильно удивлены своим арестом, они были убеждены в своей невиновности. Вам так показалось? Да, да, да. И мы понимаем, что двое из них, несмотря на то, что активно с ними работали оперативники, они так себя виновными и не признали.